Всем привет! Сегодня рассмотрим систему хранения инструмента DeWalt под названием T-Stack. DeWalt производит разные чемоданы, разные кейсы для хранения инструмента, рассорных материалов разного. Это может быть либо, как в данном случае, там, под перфораторы, либо под какие-то большие инструменты, чемоданы, либо, в данном случае, под аккумуляторный инструмент, и также может быть даже вот такого, под отбойные молотки, чемоданы. Разные чемоданы идут, но при этом эти все чемоданы вот такого размера, они между собой все крепятся, при этом, мол, то, что они все крепятся между собой, они являются противоударными. Даже ранее, когда-то давно, раньше чемоданы делались для военки, а потом начали они уже переходить к нам в бытовое использование для инструмента. Данные чемоданы между собой крепятся, у них есть на любом чемодане вот такие защелочки, что на маленьком, что на большом, вот, что на среднем. Вот. Как это происходит? То есть мы откидываем защелочки, вставляем чемодан на свои пазы и просто его защелкиваем. Все. То есть у нас два чемодана между собой скреплены. Также можем поставить и третий чемодан. Есть чемоданы без ручки, есть чемоданы сверху с ручкой. В данном случае мы ставим сверху чемодан с ручкой. Вот, и получается, мы можем переносить сразу три кейса. Очень удобно. Просто продолжим. И, кстати, многие люди не верят, что они очень прочные. Вот. Для этого, в принципе, мы хотели заснять видео, показать вам. Вот. Сейчас вам наглядно покажу, что эти кейсы реально прочные. Поставим кейс, и сейчас я попробую на нем попрыгать. То есть мы видим, что вот мой вес 86 кг. Данный кейс абсолютно выдерживает мой вес. Я думаю, это большой показатель. Вот. Данные чемоданы можно приобрести у нас в интернет-магазине dewalt.top. Ссылочка на интернет-магазин будет под видео в описании. В принципе, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем удачи, пока.